Оригами. Какую фигурку? Эти ласточки, 1000 штук же их надо, чтобы типа желание какое-то сбылось. Вот оно. Вы сделали? Нет. Максимум было 2, по-моему. Операцию. Хирург? Нет, я ветеринарный врач будущий. Кому операция была? Собаки. Вышивала. Ремонт. Только ремонт. Можно я? Рисовала пейзаж. Я занималась даже в школе и нарисовала огромную такую картину пейзажа. В детстве лепил из глины. Хорошие поделки получались. Пластилиновый динозавр. Ой, это, наверное, финская свеча, которую можно взять с собой на отдых. Машинку, помню, в 7 классе выстругал. Удочку собирал, помню. Хорошая получилась. Я ничего не умею. Самое лучшее, что я делал своими руками, это в детстве розочку из бумаги, наверное. В детском саду, когда меня учили. Картины делаю. Вышивка бисером. Плетение. Это у меня хобби. Какие-то открытки, поделочки, что-то такое. О, это подарок моей сестре младшей на день рождения. Я ей костюм связала. Это, наверное, сборка мебели, но она обыкновенная, типовая, ничего выдающегося. Велосипед. Самодельный. Своими руками? Да. Из каких, как вы его делали? Ну, из других велосипедов собрал себе новый велосипед. Ездит? Да. На дачу вполне хватает. Я приложила свою руку к обучению детей, и я считаю, что это самый такой шедевр. Песни, музыка. А вы музыкант? Да. Помогал мне деду вырезать полностью гардины дома. Шахматную доску, бюсты. И, в принципе, беседку сделали с ним неплохую. Это, пожалуй, лучшее, что я сделал.